Привет-привет, YouTube, Солнечная Турция на проводе. Сегодня Юлия Сергеевна у нас приболела. Приболела, сильно заболела. Давление скакануло. Да. Но все равно... Нет, это надо положить туда выпить. Вот можно познакомить вас с Владимиром. Не надо. Какой чудесный мужчина. Не надо. Вы очень... Марина, очень не надо. Вы очень энергичный. От вас энергия прет через экран. А посмотрите на меня. Да, у вас хорошая энергия. Можете стать артистом, у вас. Я могу стать артистом. Вова, она знаменитый блогер, если тебя сейчас нельзя показывать, говори. Что мы делаем? Вову кормим пельменями. Кстати, пельмени супер. Вот давай, пельмени за 5 минут. Да. Кто, во-первых, тебя их научил? Где ты их, ты в гугле пошла, на окей гугл нажимала? Или бабушка с Кубани? Окей, плейлист. У тебя бабушка с Кубани, по-моему, тебя что-то учила делать. Нет. Я просто сейчас улыбалась, я просто помню, она рассказывала. Нет, это мама у нее. После папы еще муж был. Карина, подруга. И мы все секреты можем выложить там на заднем плане, если кто-то что-то. Надо следить за своим базаром, да, Сергеевна? Да. Пельмени с мяса с какого? С какого? Кошаков. Блин. Муж. Нет, куриное у вас. У вас есть куриное, есть еще... Да нет, у нас куриное запрещено. А, да, ты говорила, что куриное мясо, фарш еще запрещен. Фарш запрещен. Они, а ну, почему именно? Ну, потому что беда якобы там была. Не знаю, какая-то была беда с людьми. Тесто как ты делаешь? Насыпала муку туда что? Тесто делаю за 2 минуты. Я знаю, я же тебе говорю. Вода. Вода, мука, все, это никакого яйца. Это как пластилин. В детстве кто любил с пластилином работать, те поймут, чтоб не прилипало к рукам. Халаты, 2 таких. Халата, кстати, красивых новогодних. Я в одном из них тоже ходила. 3 таких, да? 3, да, я купила их 3. Вот. Такая еще маленькая. Сделаем пельмени, у папы день рождения послезавтра. Да, у папы день рождения. Да. Планы на день рождения какие-то строишь? Я планы хочу в Терман Готель его отвезти. Ну, праздник. Mm-hmm. А вечером тортик надо заказать и бахнуть, и что там. Вот, и все. Почему фарш не готов? Вот фарш стоит. А почему его я не видела? Где лук, ловчик, ничего. Я попросила, я Кириллу просто отдавала свою держалку для телефона, попросила, говорю, дай на время попользоваться, он говорит, привезу, потому что он в другой город по делам ездит. Он говорит, у меня в том городе осталось. И мне вот это неудобно, я приходится держать. Девочки, я вчера помыла голову, я не знаю, или опять здесь вода для меня твердая, или я много масла намазала, или я опять этой плойкой, я не знаю, у меня все вот так стоит. Все. Настроение, кстати, очень хорошее. Я счастлива в моменте. В Турции у всех, между прочим, стоит настроение. Да, стоит настроение у всех. Вот. Это что, девочки, мальчики? Здесь стоит и стоит настроение. То холодное, то горячее, то дождливое. Главное, погода это... сегодня шикарная. Сейчас погода, девочки, вас поставлю. Сегодня, наверное, градусов лето. 20. Это просто издевательство над моим организмом. Эти 12 месяцев. Это мама Морозко и папа Мороз, и Санта-Клаус, который похоронен здесь на кладбище в Анталии. Я не шучу. Вы пойдите загуглить. Я тебе серьезно говорю. Санта-Клаус в Анталии похоронен. Костюм его похоронен? Не костюм, блин, это был мужик богатый, а который жил, спонсор, да? Это не блин, выдуманный был. Персонаж? Нет, он просто спонсировал, ходил, смотрел, бедным детям помогал. И похоронен Санта-Клаус. Зови сейчас, алё, гугл, и он тебе покажет. И похоронен он, так это про него. А про его маму Морозку и папа Мороз, блин, никто ж не рассказал. Вот откуда 12... Я не прикалываюсь. Ну, ладно, за папу Морозка и за... Маму Мороз, мороженую, я шучу, конечно. А, ну так что... а ты с таким лицом шутишь, я поверила поэтому. Так Санта-Клаус на кладбище. Ладно, в Анталии хорошо, Санта-Клаус, похоронен. Мы уже согласились. Просто... Нет, ты забей сейчас, а потом сейчас зайдешь ребятам скажешь. А, да, они сами а я уже дальше версию продвинула. Я так подумала, что ну кто-то же родил этого Санта-Клауса. Ну, мама с папой. Папу 100% Мороз, а мама Морозка. Нет, но я им дала такие имена. И у них были эти братья 12 месяцев. Вот. Поняли, да? И один вот это из них Санта-Клаус от лука, звали. Она машет руками от и лука. И он спонсор был, он в Анталии жил, короче, детям помогал. Вот там как-то Санта реальный. Вот. Тебе от лука не плачут глаза? От моих глаз плачет лук. Я только накрасила, лук только подвела. Плачет. Девочки, только... вот смотрите, как я крашу сейчас под висшее веко. Видите, вот я научилась. Заплакали мои глаза, я сразу смотрю на лук и плачет лук.
Мне все наоборот. Сколько папе лет будет? Не знаю, сколько лет. Много. 46-го года рождения. Девочки, спасибо вам огромное за комментарии. Я читала комментарии шикарные, конечно. Не, он хороший мужчина, конечно, понятное дело, что родители написали у Юли шикарные. А что им быть плохими родителями? Они сами поднялись, сами там, блин, за себя защищали, сами себя, блин, продвигали. Это не то, что сейчас есть где-то у кого-то родители, и они там... Не, ну всегда были где-то родители богатые, что они помогали. У меня родители не богатые. Папа в детдоме был, пока мама в концлагере потом забрала, а это... Ее будущий муж спас, то есть папа Юлиного папы спас маму из концлагеря, забрал там как-то история. Да. И женился на ней, и вот появился Сергей Петрович. Да. И, кстати, вы заметили... И, кстати, у него фамилия, это второй муж мамы, потому что он был в детдоме папа, а второй муж мамы, у него фамилия Козыра. Козыра. И есть у меня тетка, его родная сестра, тетя Таня. Такий американський президент 6 или 7 лет назад вручил награду. Она преподавала, ездила по обмену опытом, но она, мои два племянника говорят, один на 5 языках, другой на 6. Говорят, они с 5 лет на этих языках. И вот она, ее пригласили, она преподавала, и в Вашингтон прям пригласили. В Вашингтоне она преподавала, а потом ей Буш, не буду врать, надо у папы спросил, включил американскую награду, вручил ей орден моей тетке родной. Вот. И ее фамилия уже была Козыра. По мужу? Нет, по отцу. Отцу. А по мужу ее все знают. Ее зовут Погоняла, ее Бурячка. Ее знают. Все дети, которые англоязычные и которые учились, они все знают мою тетю Таню. Тетя Таня Бурак. Она замужем за Валерой Бураком, он с Белоруссии. Вот. Вот Бурячку вы все знаете, она вас всех научила английскому языку. Это моя тетя. Приятно познакомиться. Между прочим, я не могу, мы не можем ее найти больше в Мариуполе, дома снесли. Может, кто-то... Папа забыл адрес, может, кто-то помнит, может, кто-то найдет тетю Таню Бурак. И дядю Валера. Мы не можем их найти. И еще два племянника. Но они были в Донецке. Со всеми связь и найти нельзя. На левом берегу дома снесены. Папа, у него деменция. Он не помнит ни адрес, ни номер телефона. И вообще ничего. Так, ладно, все, давай. Вот. Сейчас не туда понесет. Понесет в пельмени. Да. Как у тебя, кстати, прошла немножко голова? Нет, так реально с Лондона приехали люди. Тебе Мариуполь чуть-чуть. И смотрите, у них сгорел дом в Греции, и они пришли домой к папе. К папе домой, к маме. И начали говорить, и говорят, Бурячка. И тут Ирина, папа даже на Ира говорит, а ну-ка стоп, Бурячка? Ты откуда? Она говорит, ну я в Лондоне была. Говорит, а в Лондон ехала. Говорит, а Бурячка имеет какое отношение? Говорит, так это же наша англичанка. Говорит, так это же, говорит, папина родная сестра. Прикинь, мальчик с Лондона приехал. Вот. Короче, семья у вас большая. Семья у нас это продвинутая, короче. Вот, продвинутая ведь семья. Я говорила, да, что сейчас девочкам повторю, я видела ваше сообщение в Инстаграме, это? Что вы нашли интервью Сергея Петровича. Я видела, девчонки. Спасибо, что сбросили. Папа, да. Короче, жизнь тяжела. Заслуженный спортсмен. Я вечно хочу есть и спать. Вот сколько себя помню. И вечно я хочу есть и спать. И еще мне все время холодно было. Но когда в Турцию переехала, теперь мне хорошо. А так я и до сих пор хочу есть и спать. Никогда не могу выспаться. Что он такой? Люди. Я нужна людям. Я могу открыть глаза в квартире. Смотрю, у меня люди какие-то ходят по квартире. Вот. Людям надо помогать, потому что, блядь, потому что все такие только разговаривают. Разговаривают. Слушай, как у меня болит голова, ребята. Вы знаете, этот мороз, как у тебя мама, мороз, это 12 месяцев. И что на мою жизнь не голову? Господи, помоги.
Вовчику жить негде. Ночевать негде. Это капец. Да. Господи, бедные наши люди. Да. Вот вам подлила я, потому что фарш у них очень-очень прям, ребята, такой. Какой? Твердый. Тугой, можно сказать, даже как не твердый. Скажи, пожалуйста, вопрос. Ну, не наша свининка. Готовить, да? Вот как меня убирать, да? Ну, то есть у меня убирать, для меня нет такого, что... Ну, бывают такие, не, что, ну, не хочется что делать, ну, там один день... Зай, да людям есть надо, он Вова пришел, не ел, а другие, даже не напрягать, не жалко людей, блин, их надо накормить. Люди голодные в этом мире сейчас есть, люди, блин, у них болеют они, у них нету мамы у кого-то, папы, блин. Бедные люди, и они все идут ко мне, а я, ну, я их жду всегда, потому что людям надо помогать, блядь. Мне в жизни всегда помогали, я не из тех, которые, ай, блядь, я сама, хрен там, блядь, запомните, люди, которые так говорят, я сама, ни хера они не сама. Нет, да, ну, это другое, я сама, нету, человек поднимается, и рядом с ним всегда есть люди. Он не может подняться сам. Один в поле, блядь, не воин. Такое было всегда. А люди, когда рядом поднимаются, рядом с ними есть люди. Хорошо, Сергеевна, вопрос. Они, девочки, конечно... Девочки задают вопрос. Да, кофе, да. Должны были приехать снимать о тебе фильм. Да ёб вашу мать, снимали. Приехал вонючий ютуб и хотел снимать меня где-то угодно. Только не в моей школе. У меня школы не было. Куда мне их, блядь, привезти? В какой-то ночной клуб дебильный, блин. И показать, как я жопой верчу или что. Мне же надо было место показать. Поэтому они уехали в Анталию снимать «Королеву красоты», хуй ты это. А я с этим режиссером на связи. Слушай, меня уже всю жизнь снимали. Так, на этот ответили. Потом еще вопрос. Они, наверное, обо мне ничего не видели. Нет, все видели. Смотри, нет. Фильм обо мне снимать рано. Я ничего не совершила такого в жизни. Нет, мы же рассказывали, чтобы обо мне снимали фильм. Они же должны... Да они сняли уже. Они снимали обо мне. Да? Они сняли репортаж. А вот то, что они хотели снять, я им сказала, мне негде вас завести. Да, подожди, ну вот, мы же объясняем. Я же говорю, некуда, ну что я буду блатовать, ну некуда. Когда школу покажем, откроем. Вот, я же тебе говорю, школу покажем. Школа там в Инстаграме и показывали, вот. А на Ютуб еще никто не снимал, только там уборку, по-моему, снимали. Вот, поэтому я сейчас переключусь. Аня, сейчас, подождите, мы посмотрим телодвижение руками. Вот, Елена Сергеевна. И пойдем в школу, конечно, ну, и отснимем школу, покажем все. Школа шикарная, это просто пушка. Тот, кто видел, мне сами написали, да, Мариха, это пушка. Но если я говорю, что пушка, значит, пушка, ну, в том плане, что если мне нравится, это нравится. Если бы это было... Я просто необычно все сделала, не как спортивный, как люди думают, там, что-то, покажу, знаешь. То есть я же сделала все это дело... В шоу. Ну, да, ну как, блин, спектакль. Короче, нет, ну это моё просто зель, лично, частное, поэтому я преподаватель, я, конечно же, хорягу ставила и на тысячи людей, за неделю на «Червоной руте» мне, за две недели я поставила 32 постановки, я никогда это не забуду, и последний танец был уже лёжа, вы танцевали лёжа, «Цветок». Помните? Да, я помню, да. Потому что невозможно, меня насиловали просто белый эти костюм, люди. Да. И 32 хоряги поставить, ну, там были не просто на балет, там еще на солисток были, Градовы, Херадовы, девочки разные, Юля, вот. И поставить такое количество. Я купила билет. Я купила билет. Все провожаю Майю, заказываем ей казы. В Казахстан. Ай, не плачь, я тебя ждала 2 года, и ты вернулась, а тут всего 3 месяца. Время пройдет быстро. Ты главное там себе. План тренировок. Нет, а ты что плачешь? Ну да, что я всегда плакала, когда скучно уезжала. Это слезы счастья, ты отвезешь теплые вещи, привезешь летние. Ну если так думать, хорошо. Пока уедешь, пока приедешь, уже все. Мы тоже будем месяц страдать здесь. Ты уедешь, приедешь, я уеду. Так и будем с тобой. Туда-сюда мотаться. Нормально, что не плачь. Через Стамбул, помните, когда тебе ехать из Стамбула и забрать эту бумажку. Вот оно, произведение искусства. Посмотри. С лавровым листочком Юлия Сергеевна на всех налепила пельмени. Если не хватит, то тогда... Сейчас еще долепят. Здесь вот еще есть...
Вот еще фарш. Я петрушечку сейчас порежу. Пошли мы по второму разу. Все уже едят. Вот, варится со второй руки. Еще пельмешки. Здесь уха осталась, кстати, бульон. Вот. Вот она, красивая жизнь. А вы говорите, Мариха, ты засиделась, возвращайся в Италию. А кто меня кормить будет в Италии? Карлик макаронами? Не, не надо. Кто-то поел. Там сейчас еще пельмени. Сейчас варятся. Так есть же еще, ты спросил. Сейчас, ты ставь, я потом помою. Сейчас это сама. Ир, она спросила, он будет еще кучаешь есть, он я же кидала, она кинула, они опять закипели. Ай, посовывай. Ну рассказывайте, ваши ощущения по лепке пельменей, пальцы так не болят? Да пошлите всех лепить пельмени. Что тебе сказать? В общем, девочки, так получается, что пельмени варятся, мы едим, она их долепливает, мы опять их варим. И так получается, что идет круговорот. Пельменный день. Я, кстати, съела 5. И вы знаете... Сегодня, на самом деле, день да, траур кстати. Сегодня большой по Турции, чтобы вы знали. Год назад ровно сторона, другая сторона была полностью ушла под землю. А я смотрю, у меня в историях, Юля, я смотрю, я еще думаю, что случилось. День, и, да, и... Потом уже у Юли спрашиваю, Юля, что она говорит. Деточки, только деточек погибло вообще. Короче, сегодня траурный день был, поэтому сегодня нельзя веселиться. Все это было еще в прямом эфире, блин, и как эти дома разрушились, и не смогли спасти людей, обрушились дороги, и просто могли бы спасти, но обрушились дороги, не смогли с одной стороны доехать, еще эти вертолеты, и все. Короче, блин, вообще. Я вообще считаю это ракету в плиту. Юля. Америка. Кстати, я думаю. Нет, слушай, Юля, кстати, я хочу тебе сказать, что вот эти вот пельмени получились намного сочнее, чем у тебя были вот предыдущие. А потому что это я добавила сюда побольше лука, и лук был не белый, а лук был крымский, ну, типа крымский, но голубой. Господи, какой он сиреневый, это голубой, голубой лук. Прям сочный очень. Поэтому вот это такой сочный лук, а еще я добавила воды. У них на самом деле фарш нифига не сочный, я не знаю, что сюда надо. Я яйца не добавляю, пельмени вообще не добавляются ничего. Яйца, там, хлебушек, знаешь, вовнутрь. Котлеты, да. Вот. Ну, как у тебя голова прошла? Смотрите, что вам лучше, нажарить еще котлет, мама. Я говорю, котлет, голова прошла? Чуть-чуть, да. Таблетку я дала. Юля вчера ночью сделала две, ну не огромные, а большие кастрюли перца тушеного. Ноги, у меня из-за того, что стою все время, из-за ног тоже давление. Сидеть не люблю, не могу сидеть. Это от мамы и от папы. Не сидится мне в этой жизни. Не стою, стою, потом давление, ноги болят, умираем. Куда не поеду? Ну, там, что, вытащили отсюда? Я просто дедушке отдала. Да, снимаю. Дедушке отдала. Молодец, вот еще сколько я еще закинула. Так что, вам котлеты пожарить еще? Или нет? Нет. Нет, пельмени еще доделать. Не надо, давай не надо уже. Котлеты сделаем и все, потому я что... Я же котлеты... Да, с пельменями опять будешь стоять сейчас 2 часа. Ну что делать? Котлеты сделаем и все. Мне все равно, я могу заделать тесто за 2 минуты, ты же знаешь. Поэтому мне еще все равно. Котлеты вон с картошкой вечером сделаем. Все. Значит, котлет просто такой у нас. Конечно, этот котлет тоже бы добавить. Не, не буду. Да. Вот кто делает у Тани ногти в дворок, у того получается и котлеты, и пельмени. Кто мне делает, девочки написали, что красивые. Прям, кстати, Катя девочек какой. У других мастеров ногти, у тех котлеты не получаются. Поэтому я вот делаю у Тани барокко ногти, у меня получается. Знаете почему? Потому что я беру вот так, оп, здесь прям
как пасочка, поняли? Как вилочка. Вилочка, да. Грабелькой. Грабелька, маленькая грабелька. Я завтра иду к девочкам на ботокс. Правильно, давай. Вот. Она на меня посмотрит, что и как. Посмотрим. Это, Рима, отдавай 20 евро, блин. И вообще отдавай деньги мне. Отдавайся сюда, Рима, нам. Давай уже. На котлетос. Тебя на котлетосе. Ноги раскрывай. Не, мы тебя на... Мы тебя... Нет, ты будешь мухой. Ты будешь... Я буду с тебя лепить лепешечки. Ты будешь мухой. Ай, не груби в телевизор. Люди тебя смотрят. Все? Не груби в телевизор. Она ничего не сказала. А, я только сказала, ноги раздвигай. Вот. А, я даже не услышала. Я не о том думала. Я не о том думаю. Я не о том думала. Ну, конечно, у тебя все хорошо прошло позавчера, поэтому что тебе сказать. А у Аи тоже хорошо. Почему? Римки жила. Там пустышки все. Давай сюда тарелку. Сейчас котам еще. Кто-то сморкался туда? Нет, это Машка. Это Маша, она никогда не ест, не сморкается. А, так она, да, это пустышки, нет, это мясо там. Мясо вытащила. Да, 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 она мясо вынула. Тут я пасочки раньше обгрызала. Так я думала. Вот и все, не закончилось звездное лето. Не закончилось февраль месяц. Ну и так, чтобы они себя нормально вели, они. Все, я убираю, да? Они эти. То. Я их заделаю сегодня кукурузную муку. Да, не достань муку кукурузную. Вот, видите? Надо тебе дощечка? Смотрите. Нет? Это кукурузная. А почему именно кукурузная? А, она, знаешь, как типа вот, панировочные сухари. А, все поняла. Да, это тип того. Только тут турки. Ну, не турки, только можно в кукурузную муку. Что-то пошло не так. Еще надо было засыпать. Тут, когда все быстро, не засыпаешь, короче, я вот так просто пока ее засыпаю. А когда буду ложить уже на подсолнечном масле же. А турки делают все время, ложат укроп, котлеты. А итальянцы ложат укроп и ложат сыр, ну, Карло, по крайней мере. Не, ну, сыр у нас есть, котлеты тут киевские, которые сыр там и масло, сливочное мясо. Вот. Да. Так каждый сбросился по 20 евро за. Видите, Рима сбросила за пельмени. Римка за пельмени отдала. Да. Закинули. Слышишь, что это самое? Закинули все по 20 Слышишь, евро. Слышишь, Аечка, так ты все, сейчас чемодан уже, да, к вечеру? Ну что, ребенку все, надо да? валить. Задолбали. А во сколько у тебя самолет? Люди эти. 6 которые. Вечера завтра, но перед этим мне нужно будет забрать... Ну все, это понятно. Ну да, и куча всего там сделать. Надо. Так а ночевать тогда где ты? А, или ты утром есть рано? Ездить ночевать, нет, там ночевать Фати есть. Два места, где остаться, да. с друзьями. У Фати мой же там сейчас. А Фати по каким делам? По своим, по коврам. А, по коврам. Фати по коврам. Потому что... Там еще есть пельмени, может, папе еще пельмешек? Да. Да, дадите попробовать хоть один. Понятно. Ты что, не ела? Ни одного. Волочка, налей, пожалуйста. А то завтра ночью будешь заказы есть. А то завтра ночью заказы будешь есть. Да. Чуть-чуть, Волочка, чуть-чуть прям. Манты с тыквой. Нет, тыквы нет. Все, все, хватит, хватит. Хватит. Спасибо большое. Манты с тыквой. Это просто полный... Да потому что я потом не допиваю, оставляю в стакане, ее выливают, понимаешь? То есть надо лучше налить столько, сколько ты выпьешь. Ну да. Что ты опять снимаешь? Выключаю. Все за столом, Юлия Сергеевна. Какие манты с тыквой?
Худеем. С тыквой и с мясом. Мы бегаем, у нас суперплан. Нет, ну это первые два дня, когда после мамы. Потом Ая приезжает, мы ее работает, работает здесь над собой и выходит замуж. За тебя интересно? Нет, я за тебя говорю, что Миша мне просилась на сол, да? Что ты в красивом фартуке. Мы фартук купим в следующий раз, когда ты будешь готовить. Да неправда, не выходишь замуж. Не выходишь замуж? А что ты накрасила? А, это у тебя маска, думаю, что она желтая такая, как женщина-корейка. Тетечка, спасибо большое. Если мне купите вы фартук, я больше никогда не буду готовить кушать. Я вам не кухарка. Ты спасибо тебе, ты что мать? Моя рыбочка. Да нет, это мы же телевидение. Нет, давай, кушай, папочка, я покушала. Ты наелся, я котлеты.